Добрый, рад вас видеть на канале Рахна Forbes. И сегодня у нас будет забор такого вида, как Nandu Chromatus, то, что мы называем Nandu Chromatus. Сегодня у нас идет 31 день, и будем забирать. Самка не очень крупная, достаточно молодая. Вот. У нас, конечно, были разводы от очень крупной самки. Может, когда-нибудь на видео вам покажу. Это существенно поменьше. Ну что, закидываем тарикой. Да, реакции, конечно, ноль. Мы ее самку когда... Ну, смотрите, нет, не ноль. Ну что, обождем. Посмотрим на ее реакцию. Может, она и прям у нас... Ну, смотрите, вроде таракана собралась брать. Вот. Ну, давай, давай, не стесняйся. Кстати, этот вид у нас есть в продаже, поэтому, если вас интересует, у нас сейчас достаточно много молоди третьего и четвертого возраста. Потому что, в принципе, первое, их брать очень, можно сказать, геморройно, потому что они достаточно мелкие, у них высокая плодовитость, поэтому достаточно мелкие, и растить, конечно, саладин, это, как говорится, еще приключение то. Потому что необходимо, конечно, выбирать достаточно мелкие кормовые объекты. Вот, поэтому желательно их брать, конечно, с возраста так 3-4. Но кто растил, тот в курсе. Правда, у кого был точно возраст проставлен. Ну что, долго она думает. Вот. Так, кокон мы забрали. Все вернули. Кокон такой легковатый. Ну, посмотрим, что там. Сейчас я прикрою самку. Вот. Ну и что, непосредственно будем смотреть, что там у нас внутри. Так, сперва немножко отодвинем ТР, чтобы он нам не мешал и не заслонял свет. Вот, по традиции взвесим. Три с половиной грамма. Кстати, на вес что-то маловато. Наверное, не крупный кокон. Ну, посмотрим. Вот. Что там да как. По именно дням, скорее всего, там уже личинки первой стадии. Вот один слой мы порвали. Ну вот тут пока яйца. Ну, чтобы не высыпать их в инкубатор и смотреть. Потому что, в принципе, температура у нас была невысокая. А, не, вот смотрите. Вот видите, у нас. Ну, как я говорил, очень мелкий вид. Вот здесь просто яйцо. К сожалению, мы его даже, наверное, повредили. Можно сказать, первый раз за все время я все-таки повредил, открывая таким способом коконы. Поэтому будем пересыпать в инкубатор и смотреть, что там внутри. Вот. Как вы видите, яйца очень мелкие. Вот инкубатор у нас. Мы будем пересыпать все сюда. Сейчас я пересыплю и вам покажу это на видео. Смотрите, вот как ровно мы начали забирать кокон, и смотрите, какая у нас весна. Да, интересная, конечно, весна в этом году. Вот.
Кстати, не забывайте, у нас есть еще канал по выращиванию тыквы, который мы там по 300-400 килограмм выращиваем. Одна штука, которая такого веса. Поэтому тоже можете переходить. Мы сейчас ровно посадили рассаду и будем тоже в этом году наблюдать за ростом гигантских тыкв. Опять, как и годом ранее. Ну, смотрите, часть мы пересыпали. А вот с частью придется еще немножко повозиться. Даже не немножко, а серьезно придется повозиться. Как вы видите, немножко проблемный кокон. Смотрите, в этой области слипаться уже начал кокон. Поэтому необходимо, конечно, здесь сейчас перебирать это все. И очень долго. Вот видите, то, что хорошо высыпалось, это находится вот здесь. А то, что сейчас будем перебирать, можно сказать, поштучно, это вот здесь. Ну что, наш марафон начинается. Это занятие достаточно долгое. Вот. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Подписывайтесь на канал. Рассказывайте про наш канал друзьям, чтобы было больше подписчиков, следовательно, будет и больше видео. Единственное, сейчас в последнее время достаточно много комментариев рассказать про проблемную самку Terrafossa apophysis. Вот, наверное, мы следующее видео тоже, ну, по крайней мере, не обязательно следующее, но в ближайшее время тоже об этом покажем и расскажем, есть что рассказать. Смотрите, вот мы кокон перебрали, как вы видите, вот столько у нас личинок первого порядка, там еще есть небольшое количество яиц. Ну что, будем дальше инкубировать. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.